ближайшие сутки в стране переменная облачность. На юге прогнозируют дожди. В Бричанах и Сороках обещают 5 градусов. В Бельцах на градус выше. В Аргееве плюс 7, в Тирасполе 8, в Лёва 9, в Кагуле и Камрате до 10. В столице переменная облачность. Днем прогнозируют 8 градусов, ночью 6. В ближайшие сутки днем до 9 градусов, ночью столбики термометров покажут от минус 2 до 5 со знаком плюс. И о погоде в Европе. В Мадриде прогнозируют 5 градусов и дожди. В Париже и Берлине 1 выше нуля, при этом в немецкой столице пройдет мокрый снег. В Лондоне 3, в Риме воздух прогреется до 10, также дождливо. В Праге минус 1, в Варшаве около нуля, в Вене плюс 1 и облачно. В Будапеште термометры покажут 5 градусов. В Белграде воздух прогреется до 8. В Бухаресте 6 градусов, ясная погода. В Анкаре плюс 11, в Афинах 16. В Киеве плюс 9, облачно. В Москве 1 выше нуля, пройдут дожди. Редактор